Всем доброго дня! Вы на канале Вязание, с вами Наталья. А сегодня я хочу начать снимать цикл видео о пряже. Я буду рассказывать свои впечатления о пряже, их плюсы, их минусы. Я буду говорить о том, какая пряжа мне понравилась и какая не понравилась. И почему. Я буду показывать образцы, мы будем ее замерять, мы будем с вами проводить ВТО, и я буду рассказывать, собственно, что я из этой пряжи вяжу или буду вязать, и потом буду показывать, что я из нее связала. Я думаю, что такое видео должно быть интересно и полезно для тех, кто начинает вязать, также для тех людей, которые вяжут, но по какой-то причине, может быть, не успели связать этой пряжи, у них не было, допустим, необходимости вязать этой пряжи. Итак, сегодняшнее видео я хочу посвятить вот такой пряже, которая называется бомбина, и производится она Камтексом. Эта пряжа выпускается в таких маленьких моточках по 50 грамм. В ней в 50 граммах 150 метров. В состав входят 35% мериносной шерсти и 65% акрила. Значит, нам производитель рекомендует спицы 2-4, крючок 2-4, ну, стирка, как обычно, в теплой воде, и глажка на единичке. Так, больше у нас здесь никаких рекомендаций нет. Ой, простите. Хочу сказать о цвете, что цветовая палитра достаточно хорошая, и пряжа мягкая, не колючая, вот очень приятная, такая прям мягенькая-мягенькая, с блеском она, приятным. И хочу рассмотреть, да, вот эта пряжа, этот цвет, сейчас скажу, этот цвет бирюза 023, а эта пряжа белая и цвет номер 205. А ниточка здесь достаточно такая толстенькая, вот такая вот она. Она состоит не сильно скрученная, но вязать ей очень комфортно. Она состоит вот из таких трех ниточек. Вот такая у нее крутка. Я связала образец небольшой. Вот такой образец. Посмотрите, какая резиночка. Она резинку держит хорошо. Так, сейчас. Резинку хорошо держит. Вот я ее растянула, и потом она раз опять собралась. Ровная лицевая гладь. Смотрите, какая красивая. Очень хорошо смотрится платочная вязка. И ровная изнаночная сторона. А сейчас мы с вами измерим. Я связала небольшой кусочек и здесь пропустила брусовую нитку. И сейчас мы измерим. У меня здесь 34 петли. 34 петли. Мы возьмем вот так, не 34, а 33 петли. 30,
33 петли. Это будет так, 32 петли 11,5 сантиметров. Так, я возьму блокнот, тетрадь и запишу. 32 петли, это 11,5 сантиметров. И здесь 12 рядов лицевой глади. 12 рядов лицевой глади, это 3,3 сантиметра. 12 рядов, это 3,3 сантиметра. Так, теперь мы пойдем искупаем ее как следует, постираем и посмотрим, что с ней происходит. Я планировала связать только один образец спицами, но решила связать еще образец крючком. Вот связала маленький образец. Так, на что положить? На темное, на что-то надо положить. Сейчас, секунду. Вот связала сейчас вот такой маленький образец. Крючок номер 3. Вот такой крючок у меня был. Но, честно говоря, я не очень люблю вязать из такой толстой пряжи с крючком. Я бы не стала вязать. Но, может быть, столбики просто с накидом или без накида. Но вот ажур я бы не стала вязать. Очень большие дырки. Но это, опять же, мое мнение. Итак, стираю и показываю дальше, что после стирки у меня получилось. Так, я налила теплую воду. У меня такое вот жидкое мыло. Я его немножко разведу и опускаю сюда. Так. Вода не меняет цвета. Вода остается такой же, какая была. Пряжа не линяет. Я ее хорошо пожамкаю. Так. Ну вот. Я ее хорошо пожамкала. Теперь я ее немножко прополощу. Теплой воде и заверну в полотенце. Сейчас я возьму полотенце и заверну в полотенце. Так, я ровно разложила на полотенце наш выстиранный кусочек, связанной пряжи. Теперь я его промокну как следует. Потом я оставлю сушиться на ровной поверхности здесь на машине. И когда высохнет, мы с вами встретимся и измеряем. Я постирала только образец спицами связанные. Посмотрите, как легли ровненько петельки с лицевой стороны. Какие они хорошенькие. С изнаночной стороны все выровнялось. Петельки ровненькие. Резиночка также хорошо держится. Так. И теперь считаем. Я измеряла линейкой. Так, беру линейку и измеряю. Значит, у нас 32 петли было 11,5 сантиметров. Вот у нас 32 петли. И сейчас... Ой, отсвечивает плохо. Надо взять вот черную линейку. Тут там отсвечивает.
32 петли, вот они 11,5 сантиметров. Значит, у нас в ширину пряжа, в ширину наш образец не изменился. Также 32 петли, 11,5 сантиметров. Я вот здесь не брала, и вот здесь 2 не брала. Вот они 11,5 сантиметров. Ширину у нас не изменился. Теперь в длину у нас было 12 рядов, 3,3. Вот то же самое осталось. 12 рядов, 3,3. Итак, после того, как мы постирали образец, цвет совершенно не поменялся. Вот он какой был, такой остался. Вода была, не окрасилась в голубой цвет. Петельки легли ровно, еще ровнее стали. Блеск остался, что с лицевой глади хорошенький, что с изнаночной рядности нет. Резинку держит хорошо, образец не растянулся ни в ширину, ни в длину. Так, значит, дальше. Что я вяжу из этой пряжи? Из этой пряжи я вяжу детский конверт. Вот такой детский конверт. Мне осталось связать немножко. Немного свяжу в длину. Сантиметров, наверное, еще, я думаю, 10. А затем мне надо будет связать рукава и капюшон. И конверт будет готов. Но что я хочу показать? Я хочу показать, как красиво лежит в узоре, да? Очень рис красивый, и аран мне очень нравится. Так, конверт мы убираем, и я хочу сказать о пряже. Пряжа бомбина Камтекс. Вот этот цвет, но бирюзовый, да, очень хорошая. Пряжа просто замечательная. А вот белая немножко поскрипывает. Ну, как-то белая навсегда несколько отличается от других. Не знаю. Но вот белую я бы больше не купила. А цветную я хочу еще купить и попробовать. Цветная мне пряжа понравилась. Вяжется, ну, в общем, она вся вяжется легко, комфортно. Я думаю, что у кого детки есть, у деток аллергия, то вот эта пряжа очень подойдет. Она не будет, ну, не аллергичная. Ну, вот и все, что я хотела рассказать сегодня о пряже. Хочу сказать всем спасибо, кто меня посмотрел. Приходите, подписывайтесь, я буду еще снимать о пряже, буду рассказывать. И всем до новых встреч, всем пока-пока.